На встрече стороны обсудили общее направление сотрудничества, в частности, взаимодействие Казанского университета с ведущими научно-образовательными организациями Казахстана. Также поднималась тема участия российских вузов в развитии системы высшего образования республики, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей. Нужно будет создавать центры по исследованию, то есть в области машиностроения, да, то есть какие-то УЗ-агрегаты будут локализоваться на территории Казахстана. И нужно постоянный партнер в этом вопросе с точки зрения обеспечения кадрами и научным сопровождением этого проекта. Вот эти проекты с КАМАЗом мы сейчас вот в двух регионах, прежде всего это Казахстан и Узбекистан, где тоже сборка есть КАМАЗов и сервисные центры КАМАЗа есть. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете обучается порядка 570 граждан Казахстана. Основные области совместных исследований – социальные науки, искусство и гуманитарные науки, инженерные и компьютерные. В свою очередь, генконсул Республики Казахстан дал высокую оценку качества образования одному из старейших и ведущих вузов России. По количеству ваших институтов я готов, скажем, из них расширить, так скажем, сотрудничество и готов, так скажем, участвовать в этих мероприятиях. В частности, для меня тоже приятно, что есть определенные, вот с кем я общался, с ректорами, что есть определенная оценка в адрес Казахстана, что, так скажем, качество соответствует тому стандарту, который вы даете в ваших вузах. В завершении встречи стороны обозначили целый перечень других перспективных проектов для дальнейшего развития. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.